Хватит ныть, Джеймс. Мы бывали в переделках. Нам крышка. Их слишком много. Хватит. Что это было? В любом случае, похоже, они были здесь. Но куда они делись? А? Еще сигналы. Не уверен, что хочу с этими встречаться. Судя по разговору, они сорвались с катушек. Хотя, оружие лишним не будет. Ah!
знаешь, как там забраться туда? Что? А ты со мной не идешь? Ты куда тут? Что? А ты со мной не идешь? Нет времени. Я двину в автомастерскую за припасами. Как закончишь, иди к туристическому центру. Ты ведь знаешь, как компьютер открыть туда доступ? Что? А ты со мной не идешь? Нет времени. Я двину в автомастерскую за припасами. Как закончишь, иди к туристическому центру. Так, а туда ты зачем? Я говорил людям, которых встречал, чтобы они шли туда и прятались. Надо с ними разобраться, пока это просто испуганные гражданские. Их проще прикончить сейчас, до того, как они превратились в чудовищ. Хорошая идея. Компьютер еще работает. Да какого...
Неплохо. Возьму.
Эти твари стащили тела в одну кучу. Но зачем? Нужно быть потише. Thank you.
Кажется, у каждой до нас кишат эти твари. Должно помочь. Теперь вы отсюда не выйдете. Добраться до припасов, когда у каждой заначки кишат эти твари. Черт! Как добраться до припасов, когда у каждой заначки кишат эти твари? Это должно помочь. Теперь вы отсюда не выберетесь. Джейс, это Райан. Ответь. Мне удалось запереть толпу тварей в помещении под автомастерской. Иду к туристическому центру. Джейс! Черт. Тут в подвале есть какие-то припасы? Нужно спуститься вниз. Новый сигнал. Джеймс, где тебя черти носят? Туй к туристическому центру. Ты мне не поверишь. Туристический центр.